Сегодня глава Чувашии встретился с недавно назначенными главами администраций Канаша и Алатыря. Были обсуждены перспективы развития городов и реализация приоритетных проектов. Эффективная, результативная работа в должности главы администрации. Буду стараться. Так что доверие надо оправдывать, как всегда говорят. Кресло главы администрации Алатыря Юрий Боголюбов занял в начале этой недели. Но состояние дел в муниципалитете ему известно хорошо. Вновь назначенный сити-менеджер долгое время работал главным врачом районной больницы и входил в состав собрания депутатов. Знаете, какой климат у жителей города Алатыря, какое социальное самочувствие, какие вопросы их волнуют, какие просьбы, предложения в мой адрес для того, чтобы реагировать на отдельные вопросы. Юрий Боголюбов уже начал изучать деятельность муниципальных предприятий. Сделать выводы он пообещал через полторы недели. Я сейчас провожу по всем службам инвентаризацию, то есть оценить ситуацию, что на самом деле и с чем мне придется столкнуться. Новый руководитель администрации Канаша начал наводить порядок в сфере ЖКХ. Проблем, отмечает Виталий Михайлов, немало. У нас основной жилищный фонд находится в управлении одной муниципальной компании, это «Чистый город». Угу. Поэтому основной упор сделали мы на эту компанию. Сегодня проводится инвентаризация как раз по поводу вывоза мусора. У нас большие там проблемы. Они были год назад, я сам приезжал. КСО назначена проверка, определенные результаты будут, уже докладывают, то что все-таки не объемы не совсем подтверждаются. Одна из приоритетных задач для главы администрации – реализация программы развития моногорода. Сейчас в Канаше подводят сети к будущему индустриальному парку. Продолжается строительство очистных сооружений и объездной дороги. Сейчас при уточнении бюджета средства дополнительно заложили по тем проектам, которые есть. Но и надо выстраивать отношения с руководителями предприятий, организацией социальной сферы, сплачивать эту команду и, нацеливая на результат, работать практически с горожанами. Для социально-экономического развития муниципалитетов у глав администрации есть все рычаги, отметил Михаил Игнатьев, Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.